И еще раз всем волшебного утра. Сегодня у нас йога смеха. С вами тренер Лариса Иванова из города Ростова. И как я люблю добавлять, из Ростова на Дону. Ай, Дону, Дону, Дону. Приветствую здорово, вас. здорово. Приветствую вас, родные сестра, сестра, дамы, сестры. Знаете, в воскресенье действительно был вот такой праздник. Праздник объединения наций, да, День единства России. И знаете, сколько вообще было национальностей написано? И вот вспоминаешь, когда действительно был Советский Союз, и все были вместе, и вместе всегда эта сила. Поэтому я рада, что мы на смехоэнергии объединяемся, и йога смеха, она вообще объединяет весь мир, независимо какая страна. Потому что йога смеха, она... вне религии, ну да, и принципы, вне национальности, вне там религии, абсолютно, вне образования, вне там, что еще может быть, вне бизнеса. Йога смеха – это за мир во всем мире. Йога смеха – это прежде всего здоровье. Здоровье. Почему? Потому что, когда мы занимаемся, мы... работаем всеми органами, мы смеемся всеми органами, и у нас не просто смех, а зарядка, да? Знаете, когда-то я впервые, мне дали, в общем, меня без меня женили, да, в какой-то чат направили, и я включаю, что ж там такое посмотреть, и там просто вот люди смеются, вот просто смеются, и вы знаете, я как-то меня тогда это даже оттолкнуло, мне так не понравилось, и люди мне показались как-то вот, ну, кто-то там с бегудями, помню, смеется зубом, нет, она там картошку чистит, кто-то там что-то там. В общем, мне не понравилось. И я такая вышла и высказала там тем, кто меня добавили, что это такое, как это можно смеяться без причины, да. Давайте пока буду рассказывать, мы станем на носочки, будем тянуться вверх, да. Вверх, солнце, счастье, звездам, у кого какое время года, ну... вверх, тянемся, вытягиваем наш позвоночник, вот, и, в общем, мне это не понравилось, да, и вот представляете, парадокс такой, что сегодня я сама веду смехоэнергию, я дипломированный тренер по йоге смеха от основателя Мадана Катария, имею диплом от Мити Ефимова, двукратного чемпиона по смеху, и, ну, скажу так, что вот просто зайти и смеяться, мне сейчас неинтересно, я буду с вами вот искренне, да, и вот просто зайти, и есть такие чаты, и просто смеяться, ну вот, не знаю, неинтересно, правда, потому что если мне хочется посмеяться, я дома подключаю телевизор к Ютубу, включаю кинокомедии, классные, веселые, и смеюсь вот искренне от души. А вот йога смеха, это тренировка, и здесь есть смысловая нагрузка, и здесь есть упражнения, которые непосредственно выполняют свою роль, а именно, давайте сбросим, а именно, и еще раз потянемся, это упражнение йога смеха, что включает в себя дыхательные практики, и знаете, дыхание для нашего здоровья номер один. Как помните, Иисус без еды 40 дней прожил, без воды мы тоже можем прожить несколько дней, а вот без воздуха несколько, ну буквально 2-3 минуты, 4, и все. То есть вот именно дыхательные практики, они номер один для нашего организма. Да, звукотерапия, она связывает все наши звуки с различными органами. И разные звуки какие-то, они поправляют нашу... сердечную мышцу, работу сердца, какие-то усиливают работу там, наших других тех или иных органов. На звукотерапии будем более подробно об этом говорить. Да. Тянемся, тянемся, тянемся. Йога смеха, она усиливает наше кровообращение и несет, помогает нести кислород к различным нашим органам. Поэтому профилактика деменции – это усиление творческих способностей, это креативное мышление, творческое мышление. Да, йога смеха, она помогает сбросить калории, потому что мы делаем правильное дыхание, мы включаем различные игротехники, да,
И, конечно же, это дает свой результат, и многие люди, они говорят о том, что они постройнели, да, помолодели. Йога смеха – это еще фейсбилдинг. Потому что, смотрите, когда мы часто носим маску угрюмости или волнения, или гнева, у нас что, у нас появляются вот эти морщины, да, мы нахмурились. Когда мы часто в разочаровании, в унынии, у нас что, уголки губ опускаются вниз, но когда мы улыбаемся, у нас прокачиваются совершенно другие мышцы, у нас щечки поднимаются наверх, да, и тем самым у нас подтягивается и овал лица, и наша шейка, мы еще помогаем нашими упражнениями, да, и поэтому те люди, которые занимаются йогой смеха, они часто получают комплимент, что они помолодели, да. Йога смеха, она служит развитию эмоционального интеллекта, да, умению владеть эмоциями. Йога смеха исцеляет от разных заболеваний, и порой слышишь, что очень серьезно. Почему? Потому что йога смеха, она дает гормоны радости, эндорфины, да, серотонин, гормон счастья, да, дофамин. То есть это объединение, ну, всех самых добрых, самых лучших эмоций. И йога смеха, она служит миру во всем мире. Поэтому я так рада, что к нам приходят люди из разных стран, что вы сегодня открыли окошки, представились, поздоровались. Я прям вам очень-очень признательна, просто молодцы. И действительно, объединение вне религии, вне политики, вне всего-всего. И почему объединение? Потому что когда человек внутри счастлив, он может делиться этим с другими. Да? Вот то, что в нас внутри, только тем мы делимся. Как помните ведро с яблоками, когда злой сосед поставил, что там, навоз под, да, под дверь, а тот сосед набрал ведро яблок, ему поставил под дверь. А когда мальчик спросил: «Папа, почему ты так сделал?» А папа что ответил? «Сынок, у кого что внутри, тот тем и делится». Ну хорошо, дорогие друзья. И теперь давайте мы обратим внимание на то, как мы дышим. И вот сделали глубокий вдох. У многих это получается вот так. Да, грудь поднимается, плечи поднимаются. Да, животик втягивается. Сбросили плечи. Вот прямо их закрепили, все, у нас тут верхняя часть на месте, и мы дышим только животом, руку на животик, вдох, надули шарик. Смотрите, плечи, грудь зафиксированы, вдох. Одно из правил йоги смеха, которое используют, кстати, и певцы, и вокалисты. Друзья, при обычном смехе человек берет где-то 1 литр воздуха, да? При йоге смеха мы, когда учимся правильно дышать и развиваем наши легкие, почему это и постковидная реабилитация, у нас получается более 4 литров воздуха. Представляете, как мы развиваем объем наших легких? Классно? Вы можете лежа тоже вот положить, допустим, книгу, какой-то предмет, и вот смотреть, чтобы этот предмет вот работал. Одновременно вы качаете пресс. Хорошо, молодцы, задание поняли, да? Следующее, друзья, мы обязательно надеваем улыбку. Вот как очки надеваем, так мы улыбкой, да, и прокачиваем наши мышцы лица, вот одели их, вот как очки, и не снимаем. Дальше у нас широко открыт рот, и мы стараемся смеяться громко. Давайте я сейчас спрошу, кто ярчайший лидер? А ты скажи: «Я!» Кто молодец? Громко. «И я!» Давайте проверим, сколько косточек у нас заходит. Открываем ротик, да. А для чего же нужно, чтобы рот был открыт широко и чтобы было громко? Ну вот именно для того, чтобы как можно больше сделать выдох, да, через закрытый рот, когда выдох сильно не выйдет, да. Если мы берем буквы опять-таки И, О, то тоже выдох так сильно не выйдет.
Поэтому мы широко открываем рот именно на звук «а» у нас больше всего. То есть потом мы прокачиваем и другие звуки, особенно на звукотерапии. Но начинаем всегда мы со стартера «а». Больше всего выходит воздух. Для чего нужно, чтобы больше всего вышел воздух? Ну, именно для того, что когда он выходит, выходит, выходит до конца, непрерывно, без придыхания, и мы уже начинаем задыхаться, и вот тут наши легкие раскрываются максимально, как два парашюта, и захватывают максимально нового объема воздуха. Понимаете? Именно поэтому громко, именно поэтому долго-долго смеемся. И давайте мы сейчас возьмем с вами мехомешочки в руки. И громко, долго, широко открыв рот, вдох. И... И смотрите, звука нет, а мы что делаем? А воздух-то еще есть. Звук закончился, а мы еще бесшумно продолжаем выдыхать. Хорошо? И только когда уже начинаем задыхаться, вот тогда вот как под водой плывем, 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 да, ищем что-то там интересное, кораллы, а воздуха уже не хватает, тогда мы, да, вот такой, вот этот вот объем легких нам нужен. И приготовить вдох. И... Хорошо, молодцы. А теперь добавляем тело в дело, да? То есть смеемся, представьте, что вы пришли на конкурс, поступаете в театральное, и вам говорят, нужно смеяться заразительно, заразительно, и всеми частями тела, чтобы сердце смеялось, печенки, селезенки, попа, руки, глаза, нос, щеки, чтобы все-все смеялось. И приготовили вдох. Разогревающие все наши точечки, растерли пальчики. Так будем хлопать, чтобы у нас прилипало счастье, радость, денежки, да? И приготовились. Хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха. Да! Хорошо, хорошо, да! Лучший день, лучший день, да! Мир, 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 да! А сейчас, друзья, мы с вами возьмем два рога изобилия и в один наберем радугу счастья, радуга это Божья улыбка, а в другую здоровье, успех, все, что вы хотите, изобилие, процветание. И на четыре счета это все мешаем. Хорошо на замешиваем. И пьем это, метафизика рулит.
И пьем. Еще немножко добавили, добавили, смешали, смешали и на друг друга. Счастья вам, здоровья вам, радости, энергии, еще. Добра, света, смеха, успеха. Изобилие, процветание, вот такие брызги счастья, брызги радости. И мы теперь вот это хорошее, убираем себя, да, мозг вот так змеечку открываем, два полушария, и начинаем все, что мы сказали, чтобы наш мозг хорошо-хорошо впитал. Это счастье, это радость, этот смех на успех, да. И говорим, проговариваемся, доброе, хорошее, я уверена в себе, у меня все получается, я магнит для лидеров, да, за мной идут успешные люди, я мега уверена, я самооценка растет. За мной идет огромная многомиллионная команда по всему миру. Я королева, мужчины короли, да. Вокруг меня короли. Организованный человек. Еще больше гормончиков радости, да. Я красивая, молодая. И хорошо, как дела в своем королевстве. Мой мозг пластичный, мой мозг гибкий, мой мозг адаптивный. Мой мозг хорошо работает, ведет меня к успеху. Он использует все свои возможности и ресурсы. Закрыли, змеечку закрыли, и вот так еще хорошо-хорошо все там бывали. Вот мои волосы шелковые, мои волосы пустые, мои волосы здоровые, да. Хорошо, растираем ушки и смеемся, здесь все точечки, хорошо-хорошо растираем. Поиграли на гармошке. Взяли вот так вилочку, и когда мы делаем это упражнение, залетай скорее, мы тут смеемся. Лимфу и уходит второй подбородок. То есть вот это упражнение для овала лица и второго подбородка. Потом хорошо растираем и добавляем смех. В животик воздуха набираем. И подбородочек вот так похлопываем. Да, ты наш хороший, ты наш подтянутый. Вот так эти брызги счастья, которые на нас попали, не какие-то там брызги шампанского вредного, да, а именно вот все, что мы говорили, здоровье, молодость, красота, радость, вот это все в нас впитывается, мы растираем это. Массаж очень полезен, да, усиливаем кровообращение, работу лимфы, да. Вот здесь у нас очень нужные такие тоже точечки, точечка лидера, да. Давайте, кто сильный, победоносный, уверенно, как Кинг-Конг. И я! Я! И костяшечками тоже попротирали. Если где-то у вас при массаже, самомассаже, какая-то точечка болит, уделяйте ей больше внимания, хорошо ее массируйте. Вот здесь вот эти вот мышцы обязательно тоже нужно массировать, да, потому что они и при зарядке как-то не очень у нас в жизни повседневной практически не работают, да, и здесь различные бывают отложения, да, нам надо сюда кровоток больше, чтобы лимфу разогнать, чтобы хорошо работало кровообращение, чтобы на фотографиях у нас не были вот эти вот ненужные залежи, да, здесь тоже порастирали,
еще, знаете, от бюстгальтера, вот это вот все остаются следы, поэтому вот этими местами, с этими местами нужно хорошо-хорошо работать, их активно, активно прорабатывать. Наиболее активно мы это делаем на нашем смехомассаже, да? Потом следите за расписанием, чате йога смеха. Я прям сегодня закрепление сделаю. Если кого-то нет в чате йога смеха, смехоэнергия, он здесь есть, вот прям посмотрите, я как-то писала, он должен быть записан, да, и там будет расписание, когда у нас смехомассаж, когда у нас смехотанцы, когда у нас нейрогимнастика, вот, и поехали над животиком, работаем и смеемся, барабаним снизу вверх. Ребром. Бабочки все подбираем. Кулачками. Наверх, наверх. Талию разрабатываем. Чуть присели и танцуем твист. И, конечно же, смеемся. Да, вот эти шутки, ну, на нашей смехопластике, когда мы именно уделяем внимание, есть занятия, когда мы разрабатываем осанку королевы, кто ходил, знает, да, мы там именно много упражнений делаем для талии, для развернутости, для того, чтобы у вас вот так получалось, да, для того, чтобы у вас вот так получалось, чтобы спинки были ровные, плечи, чтобы вы действительно выходили на сцену, общались с людьми, по улице ходили с красивой осанкой. Это тоже будет один из дней. Так наизусть не помню, смотрите в расписании. Разрабатываем. Хорошо, молодцы. И сейчас мы будем доставать плод изобилия с волшебного дерева. Потянулись правой рукой. Тянемся, тянемся, тянемся. Тянемся, тянемся. Он нам улыбается, какой-то волшебный плод. То ли манго, то ли банан, то ли какая-то смесь, и мы его расчистим. И смеемся, набираем энергию. Ой, какой вкусно. Давайте теперь левой ручкой потянемся наверх. Тянемся, тянемся. Вытягиваем, вытягиваем. Пальчики выше. На носочках тянемся. Коленочки подобраны, попки подтянуты, животики затянуты. Тянемся, тянемся, тянемся. О! Какой-то маленький такой сорвали. Ну-ка его давайте почистим, какой он на вкус. А он кислый. Смеемся на букву И. Хорошо. Ну и давайте еще попробуем, что ж мы теперь достанем. И двумя ручками тянемся, тянемся. На носочках, высоко, пальчики выше, выше, выше. И ого, ого, как бы его удержать. И чистим его. Поднимаем. И на букву. Да, такой мягкий, такой спелый, такой сочный. И такой веселый. А теперь берем эту мякушку. Глазки делаем, улыбочку делаем и кидаем друг друга. Берем этой мякушкой и кидаем.
И еще раз вдох. Хорошо. А сейчас мы приходим в спортивный зал. И знаете, есть такой спорт сумо. И мы такие крепкие, такие превращаемся в великанов, да? И у нас столько внутри уверенности в себе. И кто победит, руками друг друга толкаем. У кого дома члены семьи, вы прям друг друга упираетесь, упираетесь. Давим друг друга на ладошке. Кто-то сильный помог. Молодцы, кто победитель? Скажи, я победитель, да! Еще кто лидер планетарного размаха? Вдох! Я! Кто как самолет летит к успеху? Делали крылья и полетели! Я! Летаем, летаем, летаем! К успеху, счастью, победам! Новым достижениям, новым рангом, да! Хо-хо-ха-ха-ха! Хо-хо-ха-ха-ха! Да! Хорошо, хорошо, да! Лучший день, да! Ну давайте из пальчиковой гимнастики. Возьмем самое простое. Пальчик-зайчик. Пальчик-зайчик. Та-та-та. Тра-та-тушечки. Та-та. Получается? Хлопочек добавляем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Карл у Клары украл кораллы. Давайте. Карл у Клары украл кораллы. И еще. Карл у Клары украл кораллы. Вы готовились? Зайдите. Карл у Клары украл кораллы. Карл у Клары украл кораллы. А теперь танцуем. И образуем новые нейронные связи. Поехали. Кар у Клары украл кораллы. Кар у Клары украл кораллы. Клар украл. Клары украл кораллы. Домашнее задание выучить эту новую скороговорку, да? И часть, небольшая часть того, что мы делаем вот по субботам, когда у нас идет нейрогимнастика. Мы сюда добавляем еще и разные речевые задания, и танцевальные задания, и смеемся, и пальчиково. И представляете, как в это время классно, круто мы прокачиваем мозг, да. Давайте мы сейчас немножечко звукотерапию, у нас скоро время закончится, но сколько успеем. Вдох, отдельно этот день будет. И вдох, буква А. И выдыхаем, да, делаем выдох, сколько можем, хорошо.
и как я уже говорила, каждый звук, он имеет связь с тем или иным органом. Поэтому, когда мы поем разные звуки, мы оздоравливаем. Давайте ом. Вдох на носочки. Хорошо, молодцы. Так, у нас остались АО, давайте АО, У, Э, И. Вместе пропоем на одном выдохе и тянем сколько можем. АО, У, Э, И. Вдох на носочке. Сдаемся на букву И. И на букву Э, как эхо, чтоб слышала вся земля. И на букву И, подозревашки, ну-ка. И на разные буквы теперь, и высоко, и низко. И заметили, да, что на букву А смеяться легче. Но когда мы уже прокачались и физически разогрелись, и дыхательно разогрелись, да, разные буквы пропевали, то нам уже смеяться легче на разные буквы. Это мы уже делаем в самом-самом конце. И давайте попьем водичку, да, она у нас зарядилась нашим смехом, всем нашим добрым, установкой на успех, да. И выпьем с королевских наших чашечек, да, и проговорим: я королева. Я король. Я уверенный в себе человек, да. Уверенный. Я легко адаптируюсь к меняющимся условиям.